Семейные ценности – это ценности и государства, и цивилизации в конечном счете. Так вот, для того, чтобы семья не разрушилась, нужно уважать родителей, нужно соблюдать заповеди, нужно уметь заботиться друг о друге. Вот, кстати, кого мы любим? Мы любим того, кому отдаем энергию. Когда душа дает энергию, тогда она испытывает счастье. Когда мы заботимся друг о друге, тогда мы становимся счастливыми. Поэтому очень важно не отвергать помощь супруга. Очень важно заставлять детей заботиться о родителях. То есть родитель заботится о детях, они получают его ласку, заботу, внимание и поддержку. И то же самое должны делать дети. То есть процесс развития – это процесс соединения противоположностей. Ты должен получать, и ты должен отдавать. Если ты настроен только на отдачу, то в конечном счете семья разрушится. Если ты настроен только на получение, семья тоже разрушится. Вот многие родители считают, что главное – это отдавать по религиозной схеме. Главное – это альтруизм, жертва. Все жертвуют для детей, заботятся о них. А потом ждут, что дети будут то же самое делать. А дети не хотят заботиться, их не научили. Поэтому с детства нужно приучать детей заботиться о родителях, уважать родителей, жертвовать чем-то ради родителей. Это нормальный, естественный процесс. Ты должен уметь отдавать, ты должен уметь брать. То же самое в отношении супругов. Супруги должны заботиться друг о друге, не отвергать помощь друг друга. И чем больше мы отдаем энергии, заботы, внимания и тепла другому, тем больше мы его любим.